Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю обратиться к оптическим иллюзиям и посмотреть работы Морриса Эшера. Он создавал оптические иллюзии в разных цветовых гаммах или графические. Они очень интересны, их можно рассматривать с разной точки, и каждый может увидеть что-то свое. Я предлагаю, чтобы вы выбрали то, что вам понравится, и уже на основе этой работы сделать рисунок. Мой рисунок будет графический. Я буду брать только простые карандаши, твердые, мягкие, и с помощью тональных отношений создам рисунок. В первую очередь мне понадобится линейка. Я начерчу квадрат, чтобы в нем можно было закомпоновать свою работу. Рисунок закомпоную в квадрат для того, чтобы можно было вращать и с любой стороны смотреть на изображение. Сначала прорисовываем схематичный цвет. Точно копировать не нужно. Приносите что-то свое, интересное и оригинальное. Что-то можно упростить, что-то наоборот сделать сложнее.
На этом работу заканчиваю. Людей я прорабатывать не стала. Нарисовала только лесенки, переходы. Теперь, если повернуть лист другой стороной, будет казаться другой рисунок. И так можно вращать, как захочется. Таких работ у Морриса Эшера было много. Вы можете пофантазировать, и чем интереснее вы сделаете сюжет, тем интереснее будет разглядывать вашу работу. Самое главное, постарайтесь тонально передать переходы от темного к светлому, от светлого к темному. Не забывайте, что есть тень, полутень, свет. И тогда ваша работа будет очень привлекательна. Желаю всем творческих успехов. До свидания.